Друзья, хочу вам напомнить, что также мы хотим выпустить такой экстренный альбом, сборник «Помощь Троицкому». Сейчас я набираю треки, мне поставили очень большое количество песен и композиции, разные музыканты. Так что следите за анонсом, я этим займусь где-то после 20 июня. Потому что, кстати, когда мне спрашивают, что там с этими треками, вот. Значит, напоминаю, что еще выйдет альбом, все средства от которого пойдут в фонд Артемия Троицкого. Кстати говоря, не забывайте, что на Артемия Троицкого навалились всякие вот эти судебные тяжбы, и он уже был заслужен на, по-моему, на 130 тысяч долларов. Ой, рублей, извините. Извините, рублей. Вот. И это еще может быть не вечер, потому что суды продолжаются, и там выставка миллиона рублей с него требуют. Вот поэтому, пожалуйста, по возможности, помогите. У Артема есть открылся счет на Яндекс.Деньги, на нашей страничке есть его номер. Пожалуйста, кто может, кто хочет пожелать Артему, пожалуйста, с его судебными тяжбами.